Добрый день. Я исполнительный директор компании «Полюс» Батухтин Вадим Вячеславович. Работаю в компании с момента ее основания, с 2001 года. Я потомственный холодильщик, мой отец работал на заводе. Я горжусь тем, что я продолжаю его династию. Компания «Полюс» — это очень гибкая, очень динамичная и современное развивающееся производство. История компании «Полюс» уходит в 1999 год. Тогда это был проект на консультско-технологический институт торговых холодильных систем. И нас было несколько молодых, инициативных людей, которые хотели творить, которые хотели изменить мир к лучшему, холодильный мир в частности. И мы этим начали заниматься. Сначала мы занимались только разработкой, потом внедрением своих идей, потом и производством. И на сегодняшний момент компания «Полюс» — это более 300 человек работающих, более 17 тысяч квадратных метров производственных, офисных, складских помещений. Я уверен в нашем будущем. С таким потенциалом мы занимаем и будем занимать одно из самых лидирующих мест на рынке торгового холодильного оборудования. Нашим бестселлером, безусловно, является ряд кондитерских витрин и ряд настольных витрин, где мы занимаем одно из самых лидирующих мест. В ассортименте выпускаемой нами продукции как настольные витрины, так и горки большого размера, которые идеально подходят для как магазинов у дома, так и для больших супермаркетов. Практически в каждом уголке нашей страны можно встретить нашу продукцию. Мы уже представлены в Италии, во Франции, в Германии, в Голландии и в ряде других стран, что позволяет нам еще более усиленно работать над качеством продукции, над ее функциональностью, учитывая особенности не только российские, а еще и зарубежных стран. Все наши достижения невозможны без усилий нашего трудового коллектива. Трудовой коллектив у нас небольшой. Тем не менее, все сотрудники очень качественно и четко выполняют свои обязанности. Каждый является небольшим, но винтиком в едином механизме, который работает четко и без сбоев. Моя личная мечта, чтобы каждому работнику на предприятии было очень комфортно. Мы сейчас делаем для этого все. Мы делаем ремонт, мы благоустраиваем территорию, мы пристраиваем новые цеха, закупаем современное оборудование. И я думаю, что через несколько лет предприятие действительно существенно изменится. Оно станет еще более современным, еще более производительным. И всем будет комфортно, в том числе и нашим дорогим заказчикам.